Давайте подвинемся. На ту сторону смена. Жека, как ты скажешь, то так и уберем. А? Как скажешь, так и уберем. Не-не, все нормально. Рефон. Ты будешь чай, да? Нет. Не можешь. Так обидно. Вика, вот так обидно. 2-0. Ну, выигрывали. 4-3 проиграли. Я последний гол, честно, не видел. Я работал, ходил за город. Чтобы позвонили за очередь. Не кидайся, Игорь! Дима, центр! Смотри уже! Не разъедите! Честно, пока нет, но пособеремся в бане, напьемся и заявимся, я не знаю. А у вас есть старый? У нас, да, баня там. Такое. Блядь, ну что-то не закипает, что? Кондом выкипит. Он даже не шумит, походу. Вы его включили? Да, вверх у меня эту штуку. Я вот тут. Я открыл эту штуку? Да. Мне кажется, я его выключил. Вверх же должно быть? Да. Настасья! Главой! 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 Тут третий гол можно понять еще. Какой, просто это обидно, понимаю, да? 2-0. Вот когда 2-0 команда выиграет в первом тайме, там, в середине первого, уже как бы победа чувствуется на вкус. Ну, я понимаю. Когда 2-0. Не, ну, а потом лучше, потом 4-3. Это ваша лучшая игра за весь. Ну, это крики. Очень здорово, что молча играли. Молодцы, шансы были, ну, видишь. Романчук, конечно, турнир. Трудно сказать, я не так, ну, не общаюсь с ним. Слышь, Жень, ну, с турниром мы закончили, да, получается? Ну, это уже да. С Русичкой. Не, я имею в виду, по игре. Сома, не выставили Григорьевичу на стриле и зарабатывали головой нападающим. Олежек, ну там соточка без изменений, если ты не против. Спасибо. Скажи свои впечатления, что? Ты что, повалились под конец и сильно провалились. Ниже, ниже! Тебе есть желание дальше играть? У кого, да? Ничего хорошо. Не надо? Не, надо. Ты что? Без тебя никак. Просто я не знаю, ли мы будем на зимний заявляться. Ну тоже будет. Что? Я не знаю, ли мы будем на зимний заявляться, я пока не могу сказать. А, ты имеешь в виду на следующий? Да, да, да. Я не знаю пока, у меня он со спиной, но без проблем. Вы с баблишкой постоянно, да? А? Баблишка постоянно, да? Кто-то что переодевался, началось. Погоди.
Так это сейчас все, если не будет, будет? Да, все. Да? Тоже все. Ну, тогда зал будет. Да? Там созвонимся. Ну, короче, созвоним. Все, спасибо тебе, Олег, за баблишко. Давай. Свободы не забил. А я не забил. Короче, смотрим заявочку, да? 8 минут. Или там нормально все? Не знаю, короче. Не знаю. Я не могу. Я рукой толкаю, я!
может и не будет. Слышишь, Жека? Да. Такой вопрос. Я хочу Саше выйти кофе попить, так? Да. Саша. Два вопроса можешь задать после игры? Да. Или как лучше? Ну, можешь, да? Спасибо. Я просто обещал ему, я хочу выйти с ним. Вот это же жесткий командировок. В плане, с какими чувствами пока... Ну, не мне тебе рассказывать, но я думал, там, с какими чувствами покидаете турнир, к сожалению. Есть планы на зимний? Есть ли планы? Есть минут матча, позади счет вполне времени. 0-0. Мы принесли 26 ноября, начинается новый уже зимний турнир. Следующий день через. Не забывайте про свои заявки. Дима, дашь белому короче какому-то? Да. Портрет или что там? Портрет. Планшет. Юзи второй командный фол. На 12-й минуте Манчестер Сити перевернул второй счет. Грифон впереди со счетом 1-0. Ник, а как забил? Стрельнул рикошетом. Жека, надо планшет на такой, нет или сейчас? Сейчас нет. Да, он подкачивает. Сколько тайм-аут, да? Да, тайм-аут. Давай, переживи. Спасибо. Я чуть... Я, блин, как эстонский комментатор. Я сказал 2-3 за эту поездку. Ну конечно. Ну это типа их надо пополнить, да? Четвертый экран. Да, блин, ну
Понимаешь, Вик, ну, я так все и считал. Слушай, ну, короче. Я не, я просто сегодня подошел на Алену Владимировну. Смотрите, вот вы сейчас настроены как-то вражески, да, вот на меня. Я не знаю почему, но я хочу не то чтобы там помочь, а чтобы всем было хорошо. То есть там полностью как бы восполнить какой-то баланс. Если там какие-то проценты, если все заплатить. Вот, и чтобы все было, даже говорю, если это проценты от каких-то ваших продуктов, да, там, ну, там, да, то все равно я их заплачу. То есть так, чтобы было хорошо все. Вот я настроил это. Она, ну, потом уже как бы немного поняла. Потому что играли с ними не надо. Все, я понял. Ты. Короче, смотри, куда дел? Три ремещенка не сдавала. Грифон, завершается предыдущая передача. Да, ну это значит, если мы не спрашиваем, как сыграли. Ну, 2-0 выигрывали в первом тайме. 2-0, я там второй положил. И проиграли 4-3. И закончили с этим. Я буду ездить на этом, но так не буду. Ну, 2-0 выигрывали. Ну, нет, просто мы вылетели. Мы проиграли. Это стадия, когда проигрываешь, вылетаешь. Понял? Выигрывали. Вылетели. Все, с турнира. Я не знаю. Не знаю, будем в плане ходить. Там решать. Все, давай. А что там есть эти какие-то крыла? Поприседай, поприседай. Какая минута? Вообще, какая минута? Не знаю. Нет, серьезно. 17. Я сказал номер 17. Ты решил мне ошибаться? Да не, хотел время. Я сейчас тебе скажу. 18. Ну, плюс тайм-аут. 2-0. Осторожно, чай, Жека, смотри. Чтоб ты его сейчас в карман себе не валил. Как так, мамба? Так, с мячом смещается влево. Что мы делаем? Проходи, проходи. Если когда не слушает. Третий? 17 номер. Какая минута?
настоящий. Спрятано ауди, блядь, а сильно ездить, блядь, чувак. За ним, за ним! Сейчас, сейчас, сейчас!